составе организованных групп или самостоятельно. Об этом сообщили РИА в Ассоциации туроператоров России. Сейчас никто не может дать точную оценку, сколько именно россиян находится в Мюнхене в эти дни. Российские дипломаты выясняют, есть ли граждане России среди пострадавших при стрельбе. Генеральное консульство России в Баварии на этот момент не располагает данными на этот счет. Предположительно, стрельба в Мюнхене началась в ресторане быстрого питания в 18:52 по московскому времени. Полиция призвала жителей избегать открытых мест и не выкладывать в интернет видео и фото с места событий. Тем не менее, кадры начала атаки попали в сеть. И вот сейчас новое о преступниках. Издание «Шпигель» со слов главы МВД Баварии сообщает, что стрелков было трое. Полиция продолжает поиски тех, кто открыл стрельбу. Операция ведется во всем городе. И вот только что немецкие СМИ сообщили о еще одном инциденте со стрельбой в Мюнхене уже у станции метро Мариенплац. Мариенплац – это центральная площадь города, центр пешеходной зоны, одна из главных достопримечательностей центра баварской столицы. Мы следим за информацией, которая приходит с места событий, и будем держать вас в курсе в ходе этого выпуска программы «Время». Теперь олимпийская тема. В спорте не может быть места допингу. Это официальная позиция.